Селение Галашки. Местные жители отмечают и благоприятные погодные условия. На улице солнечно и прохладно. На 808-м избирательном участке работает Дана Плева. Всего должно сегодня отдать свой голос 1471 человек. Около 400 из них уже изъявили свою волю. Наш участок открылся в 8:00, хотя мы все члены комиссии здесь были в 7:30. Голосование идет в активном режиме. Избиратели приходят активно, голосуют. Также наша избирательная комиссия выезжает на дом к некоторым избирателям, которые по состоянию здоровья не могут явиться на участок. И также пожилым людям. Медкабинет у нас есть, столовая тоже подготовлена, все необходимое там есть. Также есть комната матери. Матери ребенка, да?